Hello everyone, it's episode number something-something! And today I'm going to conduct it in Russian because I feel like it. Всем привет! Всем здорово! Так, я тут буду пить чаёк и наслаждаться жизнью. У меня нет какого-то определенного плана, поэтому я просто хочу поговорить. Я подумала, может быть, пока все на ковиде, может, это хорошая возможность вернуться обратно в блог и каким-то образом поговорить. Как там у вас дела? У вас вообще что-то идет, двигается, я надеюсь. Никто не ожидал как-то... Никто не ожидал, что будет холода. ЖКХ не ожидали, что будет холода. Никто не ожидал, что будет ковид. Вот. Но жизнь продолжается, приходится что-то делать. Итак, значит, что происходило? В этом году много чего нового попробовала. Было очень круто. Продолжаю делать какие-то тренировки. Вот. Многое узнала, много мифов каких-то, которые я верила много лет, я внезапно развенчала. Собственно, об этом я и когда обдумывала, что я хочу сказать, я и решила, поговорю-ка я о развенчанных мифах. Миф номер один. Я не умею считать калории. Бред! Оказалось, что очень даже умею, и просто мне большая боль в заднице считать эти калории, сидеть... Блин, салат с майонезом это 500 калорий, с оливковым маслом 400. Но если майонеза мало, а оливкового масла много, это совсем все коррелирует. Вот это все меня дико бесило, и вообще, в принципе, я не умела считать калории. Мое потребление калорий было настолько гигантским, что, ты начинаешь их считать и впадаешь в депрессию. У меня и так есть поводы для впадания в депрессию. Зачем мне их считать? Тем не менее, это действительно невозможно сделать, если у тебя определенные пищевые привычки и аппетит, и так далее, и так далее. Я наткнулась на отличную книгу, просто прекрасную, которая лишний раз убедила меня в правильности моих каких-то интуитивных ощущений, что и того, что мне советовали, и того, что я читала, и в целом, как я сама думаю, что все это надо делать постепенно, и похудение не исключение, то есть надо сокращать 10% рациона сначала. 10% сократила, ждешь, пытаешься это удержать. Еще 10% сократила, ждешь. Понимаешь, привыкла ты или не привыкла? Если не привыкла, не сокращаешь, пока ты не привыкнешь. Элементарно. Самые действенные, эффективные вещи — это, как правило, элементарные вещи. Поэтому считать калорийность было правильным с точки зрения того, что ты сначала считаешь, сколько ты вообще съедаешь. Не надо пытаться урезать, не надо пытаться заменить, не надо пытаться ничего сделать. Просто посчитаешь, там, допустим, 5000 килокалорий ты съедаешь в день. Ну, что поделаешь? Вот, ведь я же не знаю, какие у меня траты. У меня там есть, оказывается, минимальный, когда вы внезапно садитесь на диету, и такие, у женщины с индексом массы тела 55 килограмм, ростом 1,60 м, должен быть... масса тела такая-то, бред сивой кобылы, потому что она может быть мускулистая, что пипец, и весить 60, но при этом выглядит конфеткой. Бред, эти сраные индексы массы тела, ненавижу их всеми фибрами души. И нет, ну кто-то верит. Окей. Я не против. Но мне это не помогло, у меня это бесконечный источник боли был. И пока это мне неприменимо. В общем, я пока на той стадии, что это неприменимо. То есть вы, мне кажется, после определенной стадии пухлоты уже начинаете думать об индексе массы тела. А вот, вы знаете, там стадия пухлоты, когда у вас плюс 10 кг лишних, это вот вообще не ваш случай, не ваш. Вот. И 10 кг не мышечной массы, конечно же, а жидкости и жира. Ну, что поделаешь. Вот, так что миф был развенчан, что надо резко сокращать диеты или что считать калории — это очень сложно. Да нифига подобного, просто посчитай, не депрессуй. Это был очень сложный
очень сложный момент. Но поскольку я депрессовала так много, что я устала депрессовать и просто посчитала их наконец-таки. Мне это ничуть не помогло, я не начала вести дневник, я не начала считать калории каждую секунду. Я просто стала примерно знать, примерно, что, в принципе, одним своим завтраком я покрываю свои дневные потребности в калориях. То есть, в принципе, я могу на одном завтраке рулить вперед. Вопрос в том, что калории калориям рознь. То есть, 15 калорий, полученные от мяса, это не 15 калорий, полученные от салата, не 15 калорий, полученные от... какой-нибудь булочки или 15 калорий, полученные от кунжута. Все разное, все по-разному влияет, все по-другому меняет на состав крови, по-разному повышает уровень сахара, по-разному откладывается в боках, все по-разному. Вот, так что для меня, конечно же, самая идеальная диета — это японская. Вот, ну просто питаться как японцы. Знаете, 2 грамма, куча мисочек, все съел. Вроде сытый, а вроде и не сытый. Долго ешь, много занимаешься спортом, без перекусов, без излишеств, без жира, без животных. Особо мало четвероногих. То есть, если свинина — 2 ломтя. Вот. Ну, ладно, я утрирую, конечно, вот. Все едят по-разному, японцы не исключение. Кто-то ест столько, кто-то ест столько, кто-то ест столько. Вот, и все выглядят по-разному, и кто-то ест столько, и при этом выглядит как боженька, потому что он качается непрерывно, да. То есть все, и, может быть, он столько ест, там, половина зелени, половина мяса, и еще чуть-чуть тофу. То есть все уйдет в мышцы. Или в строение мозговых тканей, или в строение еще чего-то, или в кровоснабжение, кровеносная система. Как бы то ни было, все будет зависеть от качества пищи. То есть второе — качество пищи. В принципе, опять же, это тоже я знала, просто лишний раз убедилась. Что еще я долго верила, но в итоге оно оказалось неправдой. Что заниматься спортом на ночь — это плохо. Я долго не могла выкинуть эту идею из головы, потому что, в принципе, действительно ненормально, когда ты разгоняешь кровь на ночь, у тебя сердце колотится. Наше тело, наверное, по идее, привыкло к тому, что с заходом солнца мы ложимся спать. У нас сгущается тьма, вырабатывается какой-то там гормон, то ли серотонин, то ли мелатонин, не помню точно, который погружает мозг в сон, и мозг отдыхает. А потом появляется свет, свет воздействует на кожу, кожа такая сигнализирует мозгу: алло, алло, вырабатывает гормон, мозг вырабатывает гормон, и мы просыпаемся. Вот так это работает, насколько я помню. И, собственно, если тьма, это означает, что не надо бегать как психопату или отжиматься 15 раз. И как бы я это понимала, тем не менее, у меня всегда активность исключительно вечером. Очень трудно подниматься утром, очень трудно занятку делать. Вот сейчас я что-то пытаюсь делать в этом направлении, но, опять же, это делается через привычку. Причем привычку насильную. Не хочу об этом говорить сейчас, потому что до тех пор, пока вещь не взята, я ее не афиширую. А привычка вставать рано и делать зарядку — это очень-очень серьезное достижение лично для меня. Поэтому я как бы вот всю жизнь занимаюсь вечером, и мне это безумно нравится, потому что вечером я проснулась и все такое. Единственное, что если делать высокоинтенсивную зарядку, почему-то я всегда дико зевать начинаю. То есть у меня мозг такой: мы спим, и я начинаю зевать ужасно, и я такая: проснулась. Вот, и естественно, мне не нужно просыпаться вечером, мне наоборот нужно вечером засыпать. Короче, там просто взрыв в голове происходит, и в теле вообще, в принципе. Вот, поэтому в душ приходишь — еще один взрыв, такой: как расслабляться. Вот, поэтому, в принципе, перед сном чувствуешь себя очень хорошо. На самом деле, чувствуешь себя очень бодренько перед сном, когда надо чувствовать себя сонной. Ну, как бы то ни было, мне это устраивает, и я чувствую себя отлично. Отлично. Особенно на следующий день. Какой еще миф? Ну, было приятным открытием, что не везде в России грязно, потому что действительно очень-очень-очень много где в России, ну, вот грязно.
Я была в Саратове. Это кошмар. Этот город просто... Я не знаю, что... Может быть, какая-то новая администрация что-то с ним сделает, с какими-то районами. Там же в разных районах разное управо. Но город вот, вот просто вот как он, видимо, в 90-е разбился, так он и битый. Это просто сердце кровью обливается смотреть, потому что такие хорошие люди живут, ну, как бы, я уверена, они хотели бы жить лучше. Это ж кошмар. Это текущая вода из канализации по асфальту в куче мест. Это пыль бесконечная, эти гаражи из 90-х оставшиеся, заваленные хламом, железом, еще какой-то херью, или закрытые металлургические заводы, или что это? Fuck you, что это? Извините, не хотела ругаться, но просто что это, блин? И так очень много где, и было очень приятно узнать, что есть, ну, туристические места, в которых не срут. То есть это не Черное море, а не совсем популярные туристические места. И там так чисто, Господь могущий. Там такие хорошие дороги. Я в шоке. Я была приятно удивлена. Было ощущение, как будто, блин... На какой-нибудь трассе Дон находишься. Потому что трасса Дон, она федеральная. Я не знаю, сколько там денег отмыли. Даже меня это не интересует. Но вопрос в том, что... Как бы там очень хорошая дорога. Очень хорошая дорога. И я этому очень рада. То есть меня прямо порадовало. Приятное открытие. А, что еще? Я не знаю. Я не помню точно, что именно меня... Что именно я узнала впервые. В принципе, так много всего впервые узнаю. Мне поэтому, как бы сказать, очень всегда... Я всегда стремлюсь узнавать что-то новое, потому что раньше я получала от этого просто истерическое удовольствие, теперь я получаю от этого уже такое безразличное удовольствие. Я не знаю, как это назвать. То есть я как такое большое... Вот сначала я была... Как это? Ручеёчек, потом озёрочка, потом ручеёчек, потом лужица, потом озёрочка, потом такое озёрище, потом такое моречко маленькое, потом морище, и сейчас я такая море такое. Ай, хорошо. Давайте ещё знаний. Да, потому что всё-таки человеческое сознание может вместить определённое количество знаний. Так что теперь у меня скорость усвоения немножко другая. Вот. Она не ниже и не выше, она скорее... Ну, скорее я чувствую усталость быстрее. Но это потому, что я получаю... Я узнаю новое постоянно что-то все время, и я так... Ну, ладно. Это немного туманит способ восприятия, потому что, когда у тебя чистое восприятие, ты получаешь кусочек новой информации, ты думаешь... Это вообще хорошо или нехорошо, это правильно или неправильно. То есть с чем-то сравниваешь, там анализируешь, что-то понимаешь для себя, как-то вкладываешь его в свою систему мироздания. А, либо ты, наоборот, его отрицаешь, думаешь, мне же это не надо, мне нафиг это, и забываешь. Вот, а когда ты уже полный этими всеми знаниями, полная всеми этими знаниями, они поступают. И ты просто так, ну ладно. То есть никакого вот внутреннего респонса нет. Не потому, что его нет, а потому, что он там внутри глубоко, и он тут бесится. Он такой, мне это не надо, я это не хочу, и вот это не хочу, зачем мне это надо? Зачем мне опять этот дурацкий пост про какого-то мужика, который я в первый и последний раз в жизни вижу, даже если он очень популярный, да? То есть есть такое, ты включаешь там, не знаю, какой-нибудь ВКонтакте или Фейсбук или еще что-нибудь, и там... Такая информация тебе в мозг. И если ты такой, зачем я сюда заходила вообще? И тут она хоп, обновилась. И хоп, опять новые публикации. И все с картинками. И мозг такой, о, интересно. Я такая, стоп, перестань. Потому что это похоже уже на такую вот эту вот тап-рекламу. Вот эту вот, кликаешь на сайт, а ты пум, вы выиграли, джекпот. Ой.
Это из плохих, да. А из хороших, то это нет необходимости запоминать. Просто один раз встав на рельсы, я пытаюсь запомнить все. Очень трудно. Иногда бывает, могу сказать. Больше не надо ничего вспоминать. Что еще? Ну, что-то более осознанно стало, что ли, житься. Тоже неплохо. This is so good. This is so good to live consciously. Consciously. Так, ну вот, что еще? Опа. Па-па-па-па-па. Так. Сейчас я подумаю. Ну, не знаю, как-то много чего всего. Вот. Я как-то научилась рыб готовить, то есть. Не то чтобы я научилась ее готовить, я ее максимум могу пожарить или попарить. Все. То есть никаких специй, никаких кляров, никаких пирожков, никаких заливных, никаких рагу, никаких с рыбой. Я ничего не делаю. Хотя очень хочется. Я вот на скидку это прям в уме все себе выстроила, назвала и вспомнила. Я ем хек, лосось. Иногда. И хек мороженый. Это такая белая рыба, такая дешевенькая. Треску не ем. Вот. Не уверена, хек тресковый или не тресковый. Если тресковый, я не буду. Треску не ем по той простой причине, что у меня на ней аллергия. Треску, оказывается, всегда, когда мы едим рыбу, в основном это треска. В детском садике это котлеты из трески. В школьной столовой это котлеты из трески. Или это просто треска в разных видах. Она самая дешевая, у нее белое мясо, у нее не так много костей. И, видимо, ее очень много. Вот. Я не знаю, с чем это связано, но, короче, треска у нас пипец дешевая. И она везде. Я не против рыбы. Я очень рада, что ее вообще дают. Я очень рада, что идут в школе. Но мы выходим из школы, если мы едим каждый раз у нас рыбные котлеты, и мы едим треску, у нас аллергия на треску. Почему об этом никто ничего не знает? Вот. То есть я не знала до возраста 20 с лишним лет, что у меня аллергия на треску. Да? И это не означает, что я сейчас побегу и срочно исключу треску из всего своего рациона, хотя я исключила. Просто это, во-первых, накладывает некие ограничения, когда я выбираю рыбу, потому что, например, я хочу треску, а я не могу, потому что у меня аллергия. И как бы аллергия, она проявляется по-разному, может, просто лицо покрывается прыщами. Я не хочу, чтобы мое лицо покрывалось прыщами, да? Поэтому я не ем треску. И вам не советую. Вот. Но, с другой стороны, если это единственная доступная рыба, то тогда придется ее кушать. И фиг с ней с аллергией, придется ходить с прыщавым лицом. Просто личико мыть нужно регулярно и все. В конце концов, ее какие-то отрицательные эффекты не доказаны. И я ни разу ничего не читала про аллергию на треску. Да и не интересовалась-то, в принципе. То есть единственное, что это может быть, как рыба аллергия, у нее может быть иммунная реакция. То есть у вас поднимутся лейкоциты. Как будто бы у вас какое-то воспаление. Хотя никакого воспаления у вас нет. Вот. Не будем касаться темы ковида и здоровья вообще в принципе, потому что это больная тема. По-моему, кто только про нее не говорил, я не хочу, потому что я не врач. Не химик. Не фармацевт. Мне не хватает профессиональных специализированных условий, чтобы говорить о лечении некоторых видов рака вирусами. Нет. Так, что еще? Ну, вообще, меня радует, что, невзирая на ковид, много чего хорошего происходит все-таки в жизни. Я имею в виду, как сказать. Ну, вот как-то стали заморачиваться с энергосбережением. Или, ну, не знаю, ну, вот как-то.
Ну, я не знаю, какие-то... Вот так сходу и не скажешь, но происходят какие-то такие вещи, которые уже не раздражают. Либо я просто привыкла, и, знаете, там это... О, боже, апокалипсис, конец света. Это уже третий за эту неделю. То есть это вот это вот ощущение, понятненько. Так что... Все к лучшему. Все будет хорошо. Я уверена, что этот ковид закончится. Я уверена, что он закончится быстро достаточно. То есть хотя бы после этой зимы он точно закончится. Потому что вне зависимости от того, сколько людей переболеют за ближайший год, во-первых, найдут вакцину, во-вторых, во-вторых, все-таки вот этот вот эпидемия, она достаточно, или пандемия, как ее все называют, она достаточно сильно повлияла на всех. То есть все поняли, что надо все-таки вкладываться в медицину. Не надо быть таким идиотом, чтобы нести огромные убытки, гигантские убытки, совершенно чудовищную социальную нестабильность, потому что многие теряют работу, и при этом не делать никаких выводов, что... Может быть, мы вложимся в эпидемиологическое оборудование? Может быть, мы немного поднимем зарплату инфекционистам? Может быть, нам нужно внезапно всем поднять иммунитет? Может быть, нам надо немного вложиться в спелеологию? То есть, как бы, не знаю. В общем, думаю, что все-таки что-то будет сделано. Я надеюсь. Ну, по крайней мере, человеческое общество невозможно научить никак, вообще никак, но в то же время всегда есть люди, которым не все равно, всегда есть люди, которые добрые, всегда есть люди, которые хорошие, поэтому, все будет хорошо. Вот. А что касается какого-то там, не знаю, ухода за собой, спортика, надо спортом заниматься. Девочки должны быть сильные, девочки должны быть смелые. Девочки должны не бояться выходить ночью на улицу только из-за того, что их могут, не знаю, убить или изнасиловать. Девочки должны уметь постоять за себя. Это факт, это реальность, и это обязательно для всех. И это не означает, что я призываю девочек накачаться и идти на улицу. Да? Это означает, что я призываю девочек заняться своими физическими данными, немного заняться, может быть, боевыми искусствами, может быть, немного найти себя в танцах или в чем-то таком, что вам очень нравится. И кто знает, может быть, вы будете будущей силой человечества. Говорят, что сейчас на женское управление идет большой спрос, потому что девушки, они принимают во внимание множество факторов. То есть, если есть, то есть интуитивно, скажем так, да, то есть, если в управлении, в принципе, я считаю, вот лично мое мнение, очень важно выбрать правильный курс, да, то есть один курс, не два, не три, не 15, а один путь, который ты веришь. Это правильно. Если ты можешь при этом, при том, что ты выбираешь один курс, выбрать его не на основе интуиции или двух фактов, а на основе 15 фактов, и все их как-то в голове ровно выстроить. И о, все показывает вот туда. И при этом тебя должны мотивировать не просто факты, 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 давайте их сложим все в картину и пойдем туда, да? А именно те факты, которые выбирает твоя внутренняя моральная система, это очень-очень-очень круто. Так что, не знаю, надо надеяться на лучшее. Мы все сможем. Все. Ну, а если не сможем, придется делать, как умеем. Все. Пока.